Некоторые предприниматели все еще думают, что социальные сети — это не важно. Но число пользователей соцсетей постоянно растет. На Фейсбуке уже 1 000 000 000 пользователей. И все больше предпринимателей понимают, что соцсети — это платформа, с помощью которой можно рассказать о своем бизнесе огромной аудитории. Я часто говорю, не хочешь выступать на конференциях, говорить с прессой, готовить пресс-релизы? Пожалуйста. Социальные сети — это новый и более эффективный способ донести до людей информацию о своей компании. И не только. С помощью соцсетей можно узнать, что потребители думают о твоем продукте, и им есть, что вам рассказать. На Фейсбуке, в Твиттере люди постоянно обсуждают разные компании. Вот это, мол, мне нравится, а это нет. Я хотел бы, чтобы они сделали такую же штуку. А еще мне нужны такие и такие функции. И у хороших компаний есть отдельная команда, которая отслеживает эту информацию. А генеральный директор и менеджеры отвечают пользователям. У таких компаний все хорошо. Это реальный способ поднять продажи. Я работаю в Rackspace. У нас довольно большая компания, 5000 сотрудников, и мои топ-менеджеры следят за общением с клиентами, постоянно общаются с техподдержкой. Я классные контракты находил в субботу вечером на Фейсбуке. Человек пишет себе сообщение, мол, слушай, у меня тут такие проблемы с бизнесом. Может, ты поможешь мне их решить? Или найдешь кого-нибудь, кто поможет? У тебя должна быть команда, которая общается с клиентами там, где им удобно. LinkedIn — это Google+, Twitter, Facebook или даже Instagram. Подстраиваться надо под клиента. И это круто. Это новый способ вести дела. Если у человека есть какая-то срочная бизнес-задача, он не будет звонить тебе по телефону, особенно в субботу вечером. Он обратится к друзьям в соцсетях. Потому что это способ общения, который не ограничен временем и расстоянием. Сейчас нужно одновременно общаться с людьми в Нью-Йорке, Тель-Авиве, Шанхае, Бангалоре, Москве, и телефонная связь тут совершенно не вариант. План Б на сайте rbk.ru.